Приветствую вас, дорогие спасатели нашего мира, родные сердца, что вы путем собственного саморазвития меняете этот мир к лучшему. Конечно же, я хочу выразить благодарность от всего сердца своей команде. Хочу выразить благодарность. Знаете, у меня есть сердце, люди, у меня все люди, нету плохих людей. Все люди делятся на две категории – осознанные и неосознанные. Хочу выразить, пока мне выпала честь, Наталье, Евгении и Вашке. Они знают, почему. Хочу выразить огромную благодарность Раисе Акимовой. Знаете, с чем она мне ассоциируется? С Валентиной Черниговой, который, несмотря ни на что, да, человек в возрасте, несет этот свет. Ну, к чему я вам это все говорю? Родные сердца, знаете, у меня такие инсайты приходят в жизни, что Владимир Викторович Довгань, да, родной, любимый тренер, и Петр Силкин, сенсей, который действительно просто берет и сверху поливает на нас святую воду. Когда-нибудь ощущали такое? У меня такие инсайты с самого начала. Потому что, когда я пришла, я взяла мастера за 3200. Меня никто не мотивировал. Меня позвал Александр Назаров. И тренировку проходила я у Роберта Ра. Я просто на сегодняшний день, мы не совсем такие молодые, не совсем старые. 2 года и 7 месяцев всего лишь здесь. Хочу, что я вам сказать. Если бы когда-то в моей жизни не пришел суперджамп, я не знаю, как он пришел. Это правда, это, говорю, это богоугодное дело. Действительно, это так. Я не знаю, что было бы. Я правда не знаю, что было бы, если бы когда-то я пропустила эту волшебную методику и эти упражнения. Родные сердца, нас сейчас 705 человек. Да, и, конечно, еще выражу благодарность родному и любимому Роберту Ра. Да, были споры. Да, были, родные сердца. Были какие-то вот эти, там, это не так, это не так. Ну, как сказать, бэкграунд это большие. Знаний там много, горе от ума, честно, я скажу про себя, родные сердца. Ну, когда я начала тотально делать упражнения, тотально, услышьте меня, у кого получается и у кого получится, кто действительно сердцем, родные сердца, не словами, можно прокачивать ораторское мастерство, можно быть там кто круче, кто могуче, нет, родные сердца. Когда вы действительно человеку говорите сердцем, он вас слышит, он вас видит, и когда вы тотально делаете это упражнение. Вот это секрет, который я вам скажу. Что я вам хочу сказать? Вот сегодня 724-725 человек. Родные сердца, дайте мне, пожалуйста, обратную связь, честно только. Кому? На 1000% помог суперджамп. Неважно в чем. Финансы, энергия, здоровье. Дайте мне, пожалуйста, обратную связь. Вижу сердечки, благодарю. Честно только. Здесь никто никого не ругает. Вот. Вот, вижу сердечки. А скажите, пожалуйста, кто тотально принял быть суперинтеллект-тренером? Кто не предал себя сегодня? На 1000%. Кто действительно не предал? Потому что у меня, когда я делала суперинтеллект тренера, я заплатила 16 тысяч долларов. Я остановила машину, я ехала за рулем и принимала решение осознанно. И у меня было такое, да, вот принять, не принять, все-таки, ну, деньги не маленькие, да, 16 тысяч долларов. Знаете, первое, к кому я обратилась? К себе. Ирин, родное это мое сердце.
Ты предашь себя сейчас? Нет. Понятно. Деньги приходят, деньги уходят, да. Но предать себя – это самое, наверное, в жизни, что может быть. Не может быть такого. Давайте я вам сегодня скажу про детей. Мне сейчас прям хочется сказать про детей. Я буквально 3-4-5 дней назад, не помню, 4 или 5 дней назад попала на одно мероприятие. Я просто шла мимо. Я приехала в другой город, я живу в Прибалтике, в городе Таллине, 60 километров от Таллина. И думаю, что такие люди веселые, что такие они прям такой парад, такой классный, такие все классные. Знаете, что там было? Парад однополых браков. Я вот так вот закрыла глаза. Парад однополых браков. Услышите меня, родные сердца? Что происходит с нашей планетой, с нашей Землей? Понимаете, да, о чем я сейчас говорю? Не буду вам сейчас так много разъяснять, это не школа. Вот, и давайте вот мы сегодня, сколько нас человек, там 700, 800, 900. Конечно, есть любители, конечно, есть просто слушают, как знаете, в программе «Пусть говорят». Ну, или «Дом-2», когда каждый показывает пальцем на друг друга, там ты такой, или просто говорят, слушают там рассказы людей. А представьте, мы все в одном корабле. Кому действительно, кто любит супершамп, кто действительно тотально сердцем, кому действительно дышать больно. Мне дышать больно. Когда я неделю, бывает, выхожу, ну, по каким-то причинам, понимаете, потому что я всегда говорю, пока дышит мое сердце, я буду здесь. Я буду на всю жизнь здесь. И неважно. Понимаете, как оно будет, какие будут промоушены, что оно будет. Я всю жизнь буду здесь. Я, потому что я не предам себя. И что еще хочу сказать? Представьте, мы все в одной лодке. Давайте представим, кому действительно важен супержамп. Я только обращаюсь, кому действительно важен. И мы как-то попали, мы все попали, давайте простой пример, в Атлантический океан. Там, где есть, ну, шторм проходит, там, где есть штиль. Да, стоит у руля, конечно, великий Владимир Добрин, Петр Силкин, а они правда великие, родные сердца. Понимаете, вот это огромное сердце, которое действительно сверху поливает святой водой. Потому что кто-то здоровье поправил, я поправила здоровье. Кто-то финансовое, кто-то энергию, у кого что в жизни, да? И у руля стоит Владимир Добрин, Петр Силкин, да, и стоит лидерское ядро. Да, это мы. Роберт, Артем, Вера Макаренко, Расул, Егор, да, прям такие лидерское ядро. К нам добавляются больше и больше. И стоят просто матросы, да, просто матросы, которые... Ну, а мы же все в одной команде. Мы же все в супержампе. Да, кто-то лег, кто-то прилег, кто-то... Конечно, мы вытянем. Мы 1000000% вытянем. Ну а что будут делать остальные? Скажите, выйдем мы вот в штиль? Спасем ли мы нашу землю? У нас одна земля. Спасем ли мы человечество? Очеловечим ли мы каждого человека? Да, можно, скажу, что можно назвать, надо делать систему, надо быть умным. Ошибаетесь, родные сердца. Ошибка. Можно сделать искусственный интеллект. Голова говорящая не продаст. Продаст ваше сердце. Если вы действительно тотально делаете упражнения суперша. Будь здоров. Первое. Первое, будь здоров. Это какие мои любимые упражнения. Я делаю по 2-3 раза. Второе. Аудиотренинг. Я знаю, как работают мысли материальные. Знаю, в супержамп я пришла, я просто встретилась с этим упражнением еще раз. Да, 15 лет назад я знала. Я не знала просто с помощью аудиотренинга, как можно быстрее. Что вы себе проговорили, да. Или вот будь здоров, то, что вы желаете людям. К вам обязательно придут эти же люди. Да, пускай кто-то отвалится, кто-то скажет, я вырос с супержампа. С чего вы выросли? С улыбки?
В смысле материальной? С ровной спинкой? Вот, родные сердца, что бы я хотела вам сегодня донести, если вы сегодня даже один. Не пугайтесь. Если у вас даже сегодня что-то не получается, у вас получится. Потому что, знаете, Вселенная возвращает ровно столько, сколько вы даете.